Это Якутия, 3 сентября 2022 год. Смотрите, как у нас все зелено. Хотя сентябрь на дворе, но у нас как лето. Это Якутия. Бусакасыре. Балаганыйын үскіне. Бир ил урота. Участок, огород одной семьи. Будем выкапывать картофель по мере поступления заказов и продавать. Картофель очень вкусный. Свеклу будем продавать. Свекла тоже сладкая. Я не выращиваю такую крупную. Когда крупная, она как бы какая-то становится грубая. Морковь нынче очень уродилась. Морковь просто крупная. Вот, смотрите, как они вот вылезают. Очень крупный картофель. Будет очень много. Картофель будем выкапывать по мере поступления заказа. Заказывайте мешками килограмм 100 рублей. Это цена, мне кажется, приемлемая. Приемлемая прошлогодняя. Свекла у меня тоже очень много. У меня мини сельское хозяйство. Также расцвела моя астра. Вот смотрите, как красиво. Очень люблю астру. Она очень холодостойкая. Очень холодостойкая. Вот видите, похожа на ромашку. Ну, петунии тоже, они мои верные друзья. Всегда выращиваю. В этом году я вырастила целый полигон астр. Очень люблю, когда они растут прямо, цветут прямо на снегу. Вот скоро снег будет, и они будут тут также стоять еще неделю. Рассаду я посадила 11 апреля. Чуть-чуток опоздала. Только они начали цвести. А, какая красота. Очень люблю. Просто люблю. Вот и самый такой гламурный цвет. Гламурный цвет. Госпожа Найда. Госпожа Найда. На солнышко греется. Сегодня погода потеплеет после обеда. Солнечно, наконец-то.